Казань. В сторону Турции. Да. Мы сидим сзади. Все девочки сзади, все мальчики впереди. А вернее, вот Наполеон у меня на руках, мальчик. Смотрите, тут красивая такая природа. Мальчик. Видите? Все так. Это да. Желтенько, красивенько. Осень. Сегодня 5 октября. Сегодня вообще очень тепло на улице. Где-то сколько, Саш, градусов было? 19 градусов тепла. Да, вообще как летом прям. Бабе лето. Бабе лето. В октябре. Ну, как правило, вот в начале октября всегда сухо. Помните, один год мы... Вань топили на дачу. Мы ходили на дачу, родители приезжали еще, да. Помните, тоже сидели. Я помню, в одних шортах стоял без майки, без кофты, то есть голышом. Мясо жарил. Прям голышом. В одних шортах стоял. Шортах стал. Да, я еще помню, баню тоже топили. Тут же год или еще год такой теплый. Ну да, да. Я говорю, сейчас вот недельку максимум. И все, и потом начнутся дожди. Холодно будет. Сейчас прям такая погодка. Нам ехать где-то 3,5 часа. Саша включил, как всегда, навигатор. Так что едем по навигатору. Алина уткнулась в своем телефоне. Я навигатор включаю только там. Не, ну эту дорогу, да, ты знаешь хорошо. Это я все знаю. Мы немножко поздноватенько выехали, конечно, планировали где-то часов в 11, но так как Саша еще ездил, мыл машину, приводил ее в порядок, чистоту наводил. Мы едем чистенько в машине. Мы вообще всегда ждали полтора часа. Да. У нас, как всегда, виноваты мы. Саша у нас ни в чем не виноват. Ладно, слава богу, все нормально. Выехали. Да. Все, всем пока. Подсолнухи. Подсолнухи. Да. Ну, это все уже засохшие здесь подсолнухи. Целое поле подсолнухов. Да, конечно, мам, все, они уже вон. Они вообще какие-то маленькие. Нет, они не убраны. Они не убраны, но они маленькие. Да, мелкие какие-то. Мелкие сорта. Может быть, их поздно посадили. Мама, а ты каждый шаг снимаешь. Не надо мне, пожалуйста. Алина, как всегда, недовольная. Я хотела показать краксы, то, что она достала. Вот краксы. Сейчас тут все едят. Кроме нас с мамой. Да, мам? Мы молодцы. Да. А Саша не молодец. Саша две штучки взял, девушку взял. И Алина тут наяривает краксы. Там мы водичку попили, и все. Едем дальше. Что, проезжаем? Какой Стасия. Поселочек? Аланию. Ты все в Аланию едешь, да, Саша? Да, да, да. Эта дорога в Аланию ведет? Наполеончик у нас тут уже вперед перешел. Дедушки. Фокусируй на нем. Можно сейчас сказать. Чего? Можно сейчас уже говорить про то, что мы едем впервые в Казань. Мы едем в Казань первый раз в жизни. Алина застеснялась опять. Алина, что ты там пьешь? Покажи, пожалуйста. Секрет. Секрет. Дай я покажу. Не надо. Можно я покажу? Да не надо. Вот. Все, увидели? Нет. Мама. Одно название не видно. Ты еще вырви у меня из руки. Бредный напиточек. Ты, Алина, на солнышко поставишь. Вот так вот. Пошел дождик. И наш, смотрите, прям... Правильно, мне в Инстаграме написали, что у нас дождь идет. Там. Знакомая мне, Диляра, она говорит, а у нас, говорит, Казань дождь. Вас, говорит, сейчас дождь встретит. И точно. Пожалуйста. Жирный бочоночек со мной лежит. Жирный бочонок. Толстенький. Смотрите.
все увидели, что здесь чужой стоит он на заправке. Да, да, да. Поговорил? Поговорил? Защищаешь, да? Охраняешь? О, охранник. Охранничек. Саша не качает, что ли? Вот мы и приехали. Мама тут вот накрывает нам на стол. Пельмешки сварила. Сейчас будем, можно сказать, и обедать, и полничать. Все в одном. Да? Да, мам? Так, салатик тут у нее, пара салатиков, огурцы. Ну, мам, вот так получилось, что вот чуть попозже. Курицу, курицу, картошку и лапшу хотела в обед. Обед, обед, видишь. А тут получилось, видишь, как. Ой, и Наполеон тут такой радостный. В гости он приехал, да? В гости. Здравствуй, 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 здравствуй. Здравствуй. Родители спускаются уже, вот, да, все посмотрели. Слава Богу. Сейчас будем садиться за стол. Хорошо. Где вот там вот первый запах? Вон там был. Второе то, что здесь сад сохранился. У них сада нет, у них ни деревьев нет, ничего нет. Ну, кого там... нету тут. Вот бульдозер срезали. Нас взяли, получается. Да, а здесь у нас... Ну и заезд, по-моему, там. А? Заезд тоже. Ну, с переулка заезжать тяжело. Эй, привет, ты тоже тут сидишь? Вот вперед, назад, вперед, назад. Правильно ты выбрал. Летом-то ладно, а зимой тяжело, вообще зимой. Чаепитие уже у нас сейчас. И чистить надо. Оттуда с угла надо чистить вот до туда. Представь себе, вот правильный дом живет там. Пойду посмотрю, что Алина делает. Пойду посмотрю, что Алина делает. Они зимой сами чистят, сами лопатами толкают. Пойдемте посмотрим, что делает у нас Алина. По лестнице наверх. Привет! Чего ты? Балдеешь? Интернет не ловит? Не растет кокос? Да, погодка сегодня, конечно, не очень. Так, 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 так. Так, мы сейчас поели. Сейчас пойдем в баню. Я от чая отказалась, потому что, ну, пока не охота. После бани буду чай пить. Все можно. Все можно. Да, это, конечно, поле вот у тебя удобно. Качели нет сейчас, качели. Не надо его. На Владе качели нет, были. Нет, нет, там мы выходили, садились. Ну, он, во-первых, вид переделать есть. Во дворе вид портит немножко. Задумано было, знаешь, я хочу наподобие, как Владик у меня был. Я, конечно, вот это вот. У меня нет, ты, мам, очень хорошо выглядишь, это хорошо. Беседочка. Ну, наподобие прям... беседы такой. Или деревянный, или каркас. Хозяюшка такая. Хозяюшка, да. Хозяюшка. Да. Вот дети приезжают, да, Саша, и свои приезжают здесь, вот я имею в виду, свои. Да, они на выходные уж приезжают. Да, приезжают. Доверие, то ли под статьей, например. Ну, как лет сказать, вот, надо посуду 150 лет, прям, как грибы они прям, бам-бам-бам. И вот эта набережная тоже вот как раз под Голландией прям такая, да, улица был, да, мэром, мэром. У тебя это видео, что ли, снимается? Это видео. Я просто сейчас хочу настроить, чтобы можно было потом фотку сделать. Чтобы все попали сюда. Орехово. Ореховский Ореховский. Пирожок Очки. Давай, очки. Так, маленькие девочки у нас куда садятся? Не знаю. Всем привет! Можете вот так вот на себя смотреть. Очки. Очки. Я хочу это, общую фотографию просто сделать, чтобы мы все сидели вместе. А вы потом это выложите? Да. Привет. Я хотел, чтобы туда... Вы будете во влоге. Привет. Вы будете. Вы сидите? Да.
Привет! Чего? Что там, сломал что ли что-то? Ты отпусти, дядь Саш делает. Он потому что пожарный, он умеет. Нет, давайте этот, как сказать, сейчас мы все соберемся, сфотографируемся и можете потом идти. Куда хотите? Вы на улицу? Можете на улицу. А когда баня потом? Тарелочка есть, вилки есть, ничего. Хотите, сейчас идите. Так, тут у нас еще детвора, а, должна учиться. Видишь, она занята, сейчас пока там второй готовит, сейчас ничего не будет. Ой, какой еще тут второй. Тут, по-моему, уже всего полно, еще и второй. Конечно. Прям балует. Ну что, балует. Как делаешь? Запланировал. Что болит? Привет. Скажи привет. Увидишь себя во влоге. Не надо меня снимать, Саша. Ну ладно. Увидишь, я вот. Она, Саша, любит сниматься во влогах. Он прям кайфует от этого. Ну вот то, что вот его снимает, вот это вот это само, вот это на камеру работать, он прям любит. Друзья, пошли пока наверх. Пойдем. Ты же потом жаль пойдешь на. Ладно, мы пошли. А, это видео просто было. Через таймер включилось. Так, ну ты же хотела это выпить здоровье, сказать поздравить и потом пойти уже. Так, у нас вот мы все в сборе, все собрались, все садимся за стол. Да, вот у нас такой большой стол сегодня. Приехали. Как здорово, что все. Да, с Димитровграда. Родители, родители. Ну куда? Все уже знают куда. Зрители уже все знают, куда приехали. Да. Уже в дороге были. Да. Знали. Да, 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 да. Я. А зайчик. Любименький. Так, ну что, садимся за стол. Давайте. Да. Давайте. Мама молодец. Все как всегда очень вкусно. Уже даже. Видно сразу даже, не пробуя, сразу видно. Спасибо за слова. Да. Приятно. Всем приятного аппетита. Все, садимся за стол. Так, я тут Альфие привезла целую коллекцию моих журналов Бурный Мод. Смотрите, сколько их. Смотрите. Это просто. Годы 4, да. Годы 4 будет? Это просто рай. Да для Альфии это вообще рай. У меня целая коллекция, начиная с 88 года. Я коплю некоторые журналы, вот 88, 92, вот эти периоды. Я даже покупала на Авито, я их собираю. Коллекция, короче, да, коллекционер. Так, да, у меня есть некоторые даже... У меня даже есть некоторые выкройки. А помнишь? Журналов. А помнишь, ты мне как-то писала про. Да, вот я сейчас да, хотела да, да. об этом рассказать, что у меня есть некоторые выкройки без журналов. И я думала, что эти выкройки от журнала хранятся в имейле. Вот я так... все пересмотрел, специально достал все журналы. Они у меня, кстати, лежали в шкафу. Я вон. Что такое, Призулькин? Все, он спать, наверное, хочет уже время позднее. Просит. Ну отдай ему, отдай, пусть поиграет. Ну да, ему Булатик. Тагир. А. Тагир. А Булат это. Булат это у Гузели. Да. Ему надо машинку. Не пора ему спать? Время 8:30? Во сколько он ложится-то? В последнее время 9:30 ложится. А, ну еще рано. Да. Ложится цветок по карте, но он успокаивался. А теперь уже Владос. Тебе цветок не нужен. Ему что-то другое надо. Требует, чего захотел. Ну, внимание кидать.
Так, вот, и что дальше продолжим? А, на тебя хочешь надеть, наверное. Да, давай, одевай мне. Маме очки надеть. В общем, Нелли проверила, и оказалось, что у меня есть выкройки, а журналов нет ни у нее, ни у меня. Вот откуда вот они взялись? Вот откуда они взялись, да, это вопрос. Потому что я вообще была тоже таким фанатом по бурдмода. Я была в свое время швеей, хорошей мотористкой. Да. О, мама, мама помнит. Все вещи перешивала. Да, мама. Все мои юбки длинные превратились в платья, в сарафаны, в блузки. Да, нашила. Потом, помнится, да, сарафан шила, подушки болтала. Пальто, мам, помнишь? Два себе пальто, гузели шила. В юбке девчонкам всем сестрам двоюродным шила. Я пошла в магазин, мы все пошли в магазин. Немножко уценили, два купили, много, два пальто шила, один без подкладки, другой без подкладки, модный такой, как в то время. Расклешенная такая трапеция была, очень модная. Я говорю, гузели, говорю, нету пальто, может, отдашь одну? Она ей отдала вот тогда. Ну, мам, я еще одну потом шила же. Потом я ей отдала, а себе еще одну шила. Да. Я ее носила, то, кстати. Что ты шила, это был модель кейп. Такая модель была, вот такая вот она была. А я еще другую немного. Да, было как пальто, как кейп было. А то, что ты шила, это был самый настоящий пальто. Сука, на подкладе. Да, с вточным рукавом, да. На подкладке. Он был расклешен из свингера. Да. Модель свингер. Вот такое пальто было серое. Я его носила еще на первом курсе в институте. В Димитровград приехала, я была... Я за ней иду, она идет в центр. Потом стоит там, она одета и стоит. Но мне надо было прогуляться, показаться же. Но я, наверное, как Алина была. Нет, мам, знаешь, наверное, класс 9, наверное, было. Все-таки я уже постарше была. Да. И я прям вот шить я умирала, любила прям. И вот для меня это вообще одеться, чтобы было не как у всех. И чтобы было это все индивидуально, это прям вообще... Она Новый год, Нелли, шила шляпу, красивую такую шляпу. Ну это новогодний костюм это был. Новогодний костюм, шляпу, платье шила, и она как вот куколка пошла вот в это. А под фотографии же еще же есть, мам, фотографии. Да, из этого. И вот, кстати, с этого платья все началось. Нелли шила это платье, она что-то там раскраила, сидела. И она мне сказала, а тебя, вот прошей вот здесь. Я говорю, я боюсь, не бойся, вот здесь прошей. И вот тогда я точно помню, что это было это платье. Это было мой как бы первый опыт, с которого все началось, все остальное. Вот пошло, 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 и уже я втянулась в это дело. У них еще по технологии учительница хорошая была. Вот они умели шить, она их, вот до сих пор она, если она меня, Раиса меня увидит, все про них спрашивает, как они живут. Вот она скучала по ним. Давай просто, так, выкройка нашлась. Вы там что делаете? Греем. А, короче, хотите, чтобы они были у вас такие эти? Мама, я тоже хочу. А вот еще, вот они выкрутили. Да. Так, все на месте. Что, скажи, надо ставить что там? Просто не ставить. Не, я просто говорю, там перепутано может быть. Аделя, скажи, надо ставить. Поставила? Алина садила ее на улице. Мы с ним какой-то у них тут турник. Организовали турник. Цветы, мама. Алина, Алина, привет, не видит, Саша спит Наполеоном. Соседи тоже такой же дом напротив. Планировка точно такая же. Это вообще поселок такой. Примерно одинаковые все дома. Вон там Казань. Вот. Видно? А, вот так. Вот. Казань. Все.
все рядом, можно сказать. Гимнастки, акробатки. Я накрасилась немножко. Тут какой-то прыщ вылез. Не выспалась, глаза красные. Лежу, смотрю видео Катю Сайбель на ютубе. Собакин. Я накрасилась немножко. Тут какой-то прыщ вылез. Не выспалась, глаза красные. Лежу, смотрю видео Катю Сайбель на ютубе. Собакин. Так, мы тут уже все, собираемся домой. Сели обедать. Да, Саша Наполеон опять кормит, мы ругаемся. Я кормлю, я косточку ему дала. Не корми больше. Он и так толстый у нас. Давайте вас тоже не будем кормить. Он голодный. Погода хорошая стала. Да, погода вообще отличная опять стала. Я ожидал, не ожидал, что так погода изменится. Изменится, наверное, еще дождь будет. Нет, ну то, что вчера прогноз давали целый день дождь, да, а тут на тебе, пожалуйста, ясно. До обеда дождь, только так, мам сварил лапшу куриную, очень вкусно. Курочка тут, картошечка. Маме вот понравилась картошка. Мужчина, такого сорта. Да. На развод. Да. Сорт называется Гала. Вот я сейчас говорю на камеру, чтобы все запомнили. Вот эта желтая картошка Гала сорт. Очень вкусная, рассыпчатая. Пестеричинская, видать? Аскварионная, как то, что аскварионная. Пап, салат будешь? Так. Всем приятного аппетита. Так, а тут кто у нас под мишкой лежит? Давайте-ка посмотрим. Да это же Тагир спрятался. Тагир, а ты себя увидишь во влоге. Передай всем привет. И себе привет. Самому. И себе самому скажет. Тагир, привет. Вот так вот валяемся тут на полу. Аделя тоже вон. Не надо, он видит, что он там кушает, и это. Лучше его не тревожить. Денис спросил еще, лапшу тебе дать немножко? Лапшу? Ну, можно, да. Она раньше молодила. Интересно какая. Вот лапша. А тебе только немножко дам. Давай. Да, не надо уже. Нет, на один раз хотя бы. Это, да, это не магазин, но ведь лапша. Не магазин? Нет. Это чистая. Сама делай тогда. Чистая яичная лапша. Мам сама ее режет, да? Без всего. Без яйцо, мука. Без всего. Яйцо, мука, да. Соль, яичко и все. Но если там густовато получается тесто, немножко чуть водичка можно добавить. Ну, у тебя же, мам, есть специальная же машинка, по-моему, нет, да? Нет, нет, это рукой? Сама режет. Вручную? Катает. Сушу, потом
Наверное, сушишь, да? Да. Вот такая вот лапша. Лапша. Ну, молодец, как будто машинка нарезана. Ну, ведь, ну разные там ну, есть, да, опыт, да. От мамы передалось. А? Мама, я порыла лапшу. Аня, я поснимаю. На. Держи только крепко. Угу. Ну, уронил. Крепко держи, твоя рука. Вот собака. Пакетик небольшой вам гостинец. Вон. Оба пакета сунула. Да тоже хочу. Вот здесь, тут твои вещи еще на подоконнике найду. Сваки. Там на подоконнике пакет целый. Там, по-моему, да, это... Тагир, тебе нельзя. Скажи всем привет. Нет, снимать нет. Вот Аделе можно, потому что она уже большая, и это можно. Я доверяю. Ты вот чуть-чуть постарше будешь, тогда тебе можно будет тоже. Тем более ты порвал мою резинку. Воды нет, наверное, так вы дальше. Есть, есть. Круглый год вода. А, круглый год вода. У меня сейчас это... Колодец вот. Алина. Так а что, у тебя тогда нормальный, в любое время можно добавить. Все говорят о чем это, а Алина сидит. Тагир бегает, а Вика с тетей Нелликой. Посмотрим, что там делает моя мама. Тихо, тихо. Азат спит точно. Всем привет, ребят. Вот так вот. Поднимаемся. Здесь у нас такой беспорядок. Сколько у тебя процентов? 60. Вот так вот. Это, кстати, мы с папой. Господи! Всем привет. Всем привет. Это не так. Мы сюда кое-какие чипсики положили. Я тоже хочу. Нет. Ну... Мы тебе и так-то много давали. Так, ну что тут без моего ведома? А? Сливаем. Если ведь его уронить, перевернуть, все, кранты вот этому вот. Вот этому. Вот это место, это все, там будет. Все, давайте. Поснимали. Молодцы, хватит. Алин тут закрылась, Ален. Сидит. Это, Ален, ты помыл все? Кеды свои. Ой, надо собираться, ребятушечки. Ребятушечки. Я хочу остаться с Алиной. Вроде так ничего. Лицо выспавшееся. Но голова не выспавшаяся. Да, Зелюш? Вы нормально с Алиной? Альфия, Алина, всех, вот все на Аль и всех поэтому путают. Азат. Азат, ну Азат, понятно. Все на Азат. А, можно так сказать. Да. Аделя, Алина, Альфия, Азат. Все на букву А. А я? Азат, я же тебе сказала, Азат. Тагир, не Азат. Ой, Тагир. Извиняюсь. Ну, всех, когда много детей, уж так оно, всех... Mm. Путаемся иногда, бывает. Тагир, мы же у тебя не брали, когда ты кушал. Чего там, краксы едите? Я угостила Нет. Алину. А, да. Туда просто положили да. Печеньки. Наши с Алиной пачки. Угу. Алина, ты там что, заряжаешься, что ли? Угу. Ты этот, пауэрбанк свой зарядила? Угу. Заряжай, а то вдруг понадобится. Угу. Не надо будет? Угу. Тут, кстати, вот гардеробная. Тоже очень удобная. Так много места. Видите, mm-hmm. тут как почти комнатка такая. Полки здесь. Вон mm-hmm. даже вон, стульчик можно Алин, взять. Надо было вчера 24 часа. Класс. В этой? Спать даже не надо. Кстати, вот кто не видел, вот тут такая ванна еще есть. Самая большая ванна. На первом этаже там есть просто туалет, а здесь ванна. Душевая кабина и уставочная ванна. Вот наполеонское полотенце надо забрать.
Капец, какая хорошая погода установилась. Супер просто. Вы сейчас пойдете... А, ты ела суп? Ты ела. Азат еще... Ой, Тагир еще не ел. Опять Азат называю. Ты себе аппетит не порть с печеньями. Слышишь меня? Угу. Да, они... Так, ну все мы. Ворота. Выходим. Убираемся. Вверх поднимается. Вверх поднимается, да. Готов? Пора домой. Готов нас домой везти? Попробуем. Будем учиться. Вот, мы все собрались. Пока. До свидания. Пока. До свидания. Пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Кто с этой стороны садит? Мы с удовольствием. Так, ну все, садимся. Ладно. Кто-нибудь один назад садится или... Пока. Приедете, сообщайте, как доехали. Ладно, хорошо. Все, мы поехали домой. Вон они, да. Очень красиво, прям вдоль вот посажено. Какой красивый. Сашины ели тоже возле нашего дома. Раз вон, с левой стороны детская площадочка маленькая. Mm-hmm. Хорошая погода, нам прям повезло домой ехать. Азино. Казино, да? Нет, это Азино. Это район Азино. А-а-а. От этого названия Азино. Вон там, вон, вот где вот эти желтые дома, вот высокие, там мега Икея. Это лента вон у них рядом прям тоже с ним. Большая лента. Тоже высотка. И на самом верхнем этаже жить. Там, наверное, видно много чего. Ой, сколько тарелок там. Все, плен у нас. Снять. Бай-бай. Каждый ложится шаг. Спать уже. Все, спит. На мишку своего лег. Алина тут ногу задрала. Тут, там. Удобно тебе, Алин? Конечно, еще бы. Вот и все, вот и выезд, пожалуйста. Вот с левой стороны опять вот этот, как он там называется? Слева. Гостиничный комплекс, что ли? Как замок. Можно сказать, вообще практически. В город-то не заезжали, да? Да почему? 7 километров чуть-чуть. По городу. Вглубь заехали, это нормально.
боржоми. У Вовы. Дай-ка. У Вовы. О, в Москве? Да. Не крути, да, подожди, да, я поближе. Да? Да. Все у него? Да. Сейчас, подождите, откроем, мы сюда снимем. В прошлой серии были такие же. В прошлой серии тоже был, да, туалетная бумага сделала. Нет, там немножко поменялись. Вот, боржоми? Да. Настоящие вообще прям, точные копии. Да, и боржоми, дай я покажу поближе. Да. Игрушки, мини-лента. То есть покупаешь на покупку, по-моему, свыше 500 рублей чек же должен быть, да? По-моему, да. И там дают вот пакетик. Определенные товары еще дополнительно, плюс один. Там. Ну, в ленте увидишь, пойдешь в ленту. Дома приехали. Ой, уставшие, но довольные. Все, всем пока. Этот влог закончился на хорошей положительной ноте. Все, всем пока.